Всем приветики! 13 сентября. Утро начинается сегодня не со свиней. Свиньи уже едят. Я их не снимала с утра. Утро начинается с кошек. Привет, кошки! Ну, я вышла просто не к вам. Я вас кормить еще не собиралась. Поставила завтрак. На завтрак сегодня пельмени. Поставила пельмешки вариться. Вот, Коля уже жжет с утра. Привет, Николай Петрович! Пожарник. Вот, Коля жжет вчерашнюю яблоньку, которую обрезали. Так хорошо. Так, сейчас во дворе чистенько. Вот эти вот нижние ветки, они ни к чему. Что здесь, что здесь, что там. Вот. Сейчас поедем в Лиски, покушаем. Надо распечатать фотографии. Там немножко сделала. В основном для Женькины, для Клавы, для Вити. Там с 1 сентября. Еще какие-то фотографии. Там тети Клавы несколько. Вот. Что откладывать на последний день. Сегодня понедельник. Я надеюсь, там все работает, хотя не факт. Вот, зайдем на рынок. Хочу купить корень сельдерея. Опять же, если он будет, штучки 2-3 с собой взять в Мурманск. Все-таки здесь настоящий с огорода, это во-первых. А во-вторых, гораздо дешевле, чем у нас в супермаркетах. Что-то мне горло запершило. Так, хочу еще. Чуть Клава с нами собиралась. Ей надо в поликлинику узнать, там что-то в поликлинике. Ну, что-то ее штормит, кидает. 14,7, что ли, она сказала, сахар. Высокий сахар сегодня. Ну, не знаю, подумает, ехать или нет. Положила котам кашу. Что вы там вынюхиваете? Сначала выбирают, что там есть, мяско или рыбка. Вот. Это на чем сварено? Это я курицу обрезала. Ага. Обрезала курицу и на куриных вот этих обрезочках сварили кашку. Так вот, сначала выбирают, естественно, мясце, а потом уже кашку, а что не съедят, приходит рылатый мурик соседский и прекрасно все доедает. Город Лиски. После мясокомбината прямо. Тетя Клава сегодня работает навигатором. Куда ее вести? Потом налево. А мясокомбинат, он в рабочем состоянии? Работает? А вон дядечка на плакате, похоже, это Коля обратил внимание на Гитлера. Сейчас будем подъезжать. А, вот. Гляньте. Вот точно усики. Еще даже усики нормальные. О, товарищ Гитлер. А это что за здание? Администрация. А, здорово. Белый дом. Белый дом. Да, вот тут и площадь. 21 градус. Неужели правда? 8.47. Дедушка Ленин. О, я тут ни разу не была. Я социальная защита. Да хоть стоит. А вот там... Нет, тут я не буду. Ты расписание видишь, вот со скольки? С 8. С 8, тетя Клав. С 8, так что... Я стану вон за девяткой. Это не тетя Клав, это убыток какой-то. Приехали к этому зданию, ей оказывается не в это здание. Пусть идет, тихо, Коль, бордюр. Пусть идет. Или вход может с той стороны. Сейчас сдадим фотографии, печатать, пойдем на рынок. Тихонько, тетя Клава, не падать. Ну, а ты? Ну, мы сейчас быстро. А куда ты? Никуда. Да постой. Постой тут. Никуда не ходи. Здравствуйте. Распечатать фотографии нужно? Сувениры тут всякие. Фоторамки были? Альбома. Аккуратно, аккуратно. Слушай, а ну-ка посмотри, нету иконки, а полимая купина. А, это не иконка, тетя Клав, это свидетельство о крещении. А, это не иконка. И это тоже. Это все. А, вот перчика хотела болгарского купить, несколько штучек. Где только ты? Не здесь, не здесь, на рынке. Зеленого я красный не хочу. 30 рублей килограмм. Даром, даром. Чем с ним это тут возиться, сажать, у вас там и килограмма не выросло. Какой там килограмм? 300 грамм. Смешанных, ну. Пошел за 30 рублей килограмм взял, и голова не болит. Ну, тем более вы его не едите, если это особо. Там 1-2 перца и купить можно. Ну. Вот я тоже покупаю, режу и замораживаю. Потом зимой добавляю в еду. Вот тут постоянно раздают этих котят, щенков. И тут постоянно еда стоит. Вот сейчас не вижу. Ставят еду для кошечек. Текиша, да? Ага.
теперь у меня самой трое. А мы с Витькой были тут щенков. 4 или 5 рыженькие все в коробке тоже. Вон чуть Клав коробка, кстати. Надо будет, может, зайти в какой-то магазин. Там грязные коробки спросить. Ну да сейчас спросим. Вон, вот тут можно в колбасы, в дубки зайти. Сейчас на обратном пути будем эти коробки спросим. Вон коробка стоит, а ну посмотрим. Ну вот, хорошая коробка. Да? Ну, пусть... коробка. И вон коробка. А то огромные. А то огромные, тетя Клава. Нам такие огромные не надо. Но вот эту заберем, если ее не уберут. Пошли. А что заругают? Она стоит посреди дороги, она не возле кого-то. Слушайте, вон, ну вон, рынок вон, маленький, но есть. Вот за чесноком надо идти туда посередке, которые... Давайте по кругу так обойдем. По кругу, вон перчик. Вот сейчас перчика возьму. Сразу бери, походу, и пошли. Да, 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 по кругу. Какую цену перчик? 50 и 40. Нет, зелененький надо, да. Пакетик есть, да? А зеленый, глянь. Я вот зеленых. А вот они зеленые. 40. Лен, вот зеленый. Так, ленький. Хватит нам, ну сколько, штучек 6 возьмем. Я ж не фаршировать, а так добавлять куда-нибудь. Давайте, что. Вот, глянь какой. Ну вот, хватит. Хорошо. А чеснок... 250. Ну вот я брала 250. А я кошелек-то не взяла. Так я деньги вам в дам. Оставили. Я дам. Вон чеснок пришел. Чеснок, по 150? Конечно, смешной чеснок по смешной цене. Почему? Да? Домашний настоящий чеснок, да. Лучше черножом, конечно. Он зубки хорошие. Ну, свесьте мне по смешной цене. Сколько? Вот килограмм. Ну, килограмм давайте. Килограмм. Ага, пакетик высыпьте. Я просто смешная цена. Тут, Клав, ну, я беру домой, ну, себе на еду, а вы на посадку смотрите. Он, этот по 150. Он пойдет и на посадку, 100%. Нет. Ну он-то пойдет, она хочет, чтобы он крупный был. Почем клубничка? 130, девушка, бери. Была по 100 и была красивая. Он чеснок. Или 300 рублей килограмм. Домашний, да? Вот это 120 рублей стаканчик, если сажать. Ну, вот возьмите для разнообразия, да? Стаканчик. Ну стаканчик. А что, я возьму, у нее кошелек в машине. Стакан, из такого еще какого-нибудь другого возьмете. Тем более вам на посадку, какая разница. Как он пойдет? Ну, вот вы посмотрите, как пойдет. Как пойдет, так и пойдет. А то родился вот такой маленький. Вы знаете, я сейчас вам точно скажу. Вот смотрите. Вот если хотите такой размер, да, можно вот так посадить. Если хотите крупней, вот так надо сажать. А если вот так сажаете, то он вырастет вот такой. Понятно? Потому что я по-разному сажала. И вырос. Ну, вот может, какой год. Может, не знаю, вот почему. Да что-то все говорят, да, какой год. Мужчина тоже нам говорит, ну, какой год еще непонятно. Чего? А у вас коробочек нет? Каких? Пустых. Не, это не мои, не наши. А, что же, так, 110. Сажайте, есть специальное удобрение для лука и чеснока. Да, подсаживайте, под это. Опа. И удобряла, хрен его знает, а может, земля. Я вообще прошлую осень я не смогла посадить. Почему? У меня невестки сделали операцию на глаза. Она, правда, мне сказала, ты не думаешь, что я инвалидом стала. Это черноплодка. А она почем? А? Это 100 рублей стакан. А ее заваривать? Да, его можно заваривать как чай, можно отдельно заваривать. Но так, если хотите, чтобы медленно давление сбивалось. Вот, она 5, давление, она, да? Она давление, да, 5 штучек. Заварили в чайничке или на ночь положили, кипятком залили, накрыли чем-нибудь. И все, утром можно пить. Ну дайте мне стаканчик. Слушай, или вам надо? Купить? Давайте нам 2, только один в один пакете, другой в пакете. Да, пожалуйста. Клиент, да? Всегда прав. Да, любой купи за ваши деньги. Попробую еще. Вот поняли, что по 5 штучек только вот это. А целиком нельзя глотать? Можно грызть. Можете и грызть, а целиком это пока ваш желудок не переработает. Пожевать. Ну, и пожевать можно. Тем более вам сухофрукты надо жевать, оно сухое. Вот и
будете жевать. Но все равно лучше ж его размочить. Да лучше, да, кипятком замочить. Но подошли за одним, взяли. Ну, у нас яблоки есть. Ой, мы сами не знаем, куда от этих след деться, от этих яблок. Да. Ну, не такие, как у меня. У меня то, ну, у нас и зимние вещи. У меня лечебные. Нигде нет. У нас и Антоновка, и белый налив, и всякие. Реклама, двигатель торговли. Нигде нет. На этом, на рынке Антоновки. Нет нигде. Только у меня. Ни у кого. Может, там желтый. Все попродали. Не, вон там перец я вижу, только не яблоко. Ну вот. Не зря мы сюда завернули. Лечитесь. А еще можно укроп заварить, если давление поднимает. Да, но укропа у нее целая банка. Ну, спасибо. Я вам скажу. Чайную ложку на стакан воды и в течение дня пейте. Он восстанавливает поджелудочную железу, плюс нормализует давление. Нормализует. Чайную ложку заварить на кипятка, да? Да. На вот стакан кипятка. Кипяток, 200 грамм. Насыпали сюда, залили и накрыли. Угу. Утречком уже можно. Полностью выпивать. По чуть-чуть, да, по чуть-чуть. Вот по глоточку. Запомнили? Если вам он быстро пройти. А, по чуть-чуть. Спасибо большое. Пойдем сейчас коробку ту заберем. Ну что, хоть рынок и небольшой, все равно что-то надыбали себе. Сувениры. Так. Воронеж, тарелки, подставка для тарелок. Любовь, счастье, лиски, 250 рублей тарелочка такая подарочная. Вот ничего такого, чтобы глаз упал, чтобы прям захотелось купить. Колокольчик, Воронеж. Расчески, лиски. Ну, сейчас я магнитики возьму тут. Магнитики посмотрю сейчас. Вот они всем классом. Угу. Он Витек. Вот, вот это он бабушку выглядывал, смотрел. Ага. Видишь, какой взгляд у него. Ага. Он все по сторонам озирался. Это вот и старшеклассники ведут их. Она потом Клавуня. Да, Колотушкины. Колотушкины. Ладно, тетя Клава. Это не мужик, не знаешь, что седой какой-то. Николай Петрович. Это хохочет, блин, ее лечат. Собаки, барабаки. Школьник. А это Ольга приходила с племянником. В лесу. На ухе. Неля. А Санька, кто? Ты сфотографировал? Да, там одна Вовка только. Что? Вовка, он придурялся, улегся. Это Ленкин малой. Сама Ленка. Брателла. Это Морозкина пьет морозку. Это специально. Да, да, я ела морожку. Какое? Пила, не ела. Так, это у нас Санек. Это Ольга с племянником. Там Ванюшок. Ванюшок. Вот это вот хорошая фотография. Это Витек на 1 сентября за букетом заходил. Это собачка Витина старенькая. Доживет, он говорит, этот год не доживет. Охотничья. Это не знаю, какая-то пьяница с бутылкой лежит. Еще раз пьяница с бутылкой. Это гавкучая собака, которая сейчас со мной дружит. Кости везу ей, кстати, не ей, всем. Это Вовка прямо как пацан тут сидит, а? Улыбается. Это Лена соседка. Никуха, Кощей. Кощей была? Он сказал это Витьке. По второй пятилетке Санёк, он Кощей. Санек. Ну он и правда, он худенький. Привет, Володя. Это он прикалывался, ой, полз. Я его зафотографировала. Это дама с Амстердама. Не знаю, кто там такая в шляпе. Это мы на Ухе в лесу. Это, ну, это племянник Ольгин. Это репетиция перед первым звонком. Это снова пес. Это тетю Клаву лечит. Малой, это мы в гостях, когда были у друзей. Тут три кореша на лавке. Это конь в пальто в красном. Так, это наши друзья с Краснополья. Ага, хорошо.
Это опять наши друзья, где мы были. Это Клавуня перед 1 сентября улыбается. Поворот показывать надо, козел. Ага. Он показал, когда уже повернул. Читай там. Это 1 сентября. Вот, картоха, лук. Все 1 там. Сентября этот лук, коль не пойдет. Он почему? Привозной, потому что лучше на рынке брать. А тут ты знаешь, чей? Ну, привозной вот эти, которые с машины. Ну, не с Воронежской области точно. Так, это вот Витек выглядывает бабушку. Здравствуйте. Здравствуйте. Занавеску так раз, а мы вот трое стояли. А он спал, а он же собака лаяла. А вас не было дома, а да? А я к соседке только пошла по это самое, закрыла шагу. А Витька меня привез. Я говорю, я забыл. Он говорит, там домов понастроили, ты не найдешь. Зашел я приблизительно. Блин, думаю, ну кто был? Я говорю, ну хоть... Женщина... Я увидел светлая машина, ах, точно. Женщина говорит, вот третий дом. Я не знаю ее. Что-то похоже на лицо, я не понял, кто она. Знает, кто там. Говорит, Володя муж, я говорю, да. О, третий дом. Женькин был со мной. Ой, мамочки дорогие, так охота была с вами увидеться. Ну, приезжай еще, я буду дома. Ну, он мне объяснил. Мы до конца недели тут еще будем. Мне сказал это. Почерненка как? Надя. Ага, я спрашивала у нее. И она мне переписала адрес этой. Маша Востриковой. Ага. Она в Лиске. Не адрес, а телефон. Да, телефон. Она, ну, она тут же на Грязновке где-то у нее. Но она приезжает. Она приезжает она. Вот. Приезжает. Надо созвониться, пока мы тут. Если она приедет, то подъедем, ну, да, к ней. Да. А я ж, Витя, как-то это самое говорю, хоть уехал, не уехал. Говорит, да нет, еще пока тут. Я говорю, ну у вас мы совесть сейчас... появится. Вы, говорю, хоть куда-нибудь нас начать-то пригласить. Вот. Он говорит, где бы я вас еще увидел? Это тетушка Колина. Это самое. Ну, мы с ней когда-то в автобусе встречались. Разговаривали в прошлом. Здрасте. Ну что? Нету. Нету. Да, надо было в минутку ну, заехать. Ну потом заедем так в этот, ладно, да. Не найдем. Коробки нам нужны, вот такие. Пустые коробки? Да. Ну под банки мы. Ну собираем. Спросите, минутки не бывает, сказали. Не бывает. Ага, они, наверное, сдают их. Заедем там песковать, где брали, возьмем. Вот тут в этом. Ну, а так да, больше, наверное, и нету. Где так, Надюх, созвонимся. Ребята, ну не уезжайте, пожалуйста, молочко мне это самое. Мы сейчас вот это, Надя. Да-да, мы с вами в автобусе разговаривали. Нет, это Надя еще может быть на Балкане, Плотникова, Серикова. Завилохина ты? Завилохина я, да. Завилохина ты? Это Надюх Серикова. Ну, Плотникова, Католикова. Как так она что? Работает? Ты не в курсе? Я она она в четверг пойдет только в день. Она сейчас вот в подмене. А я аж весь день, буквально, я же говорю, была дома, а соседка позвонила, говорит, приди, мне там что-то банки у нее не получается закрутить. Ну, вот я говорю, ну сейчас приду. И я ж глянула, сын спит. Я ж прикрыла, говорю, а то ж собака. Ну, еще собака там лаяла сильно. Ну, да она маленькая, там она только лает по это самое. За навеску я видел. А он говорит, окно. Говорит, проснулся же, говорит, мне это самое, говорит, глянул, говорит, машина. Думаю, ну сейчас одену, говорит. Пока ж вышел, говорит, это самое. Глянул, ну, поехала. Витка, ну, заезжайте. Ну, все. Предварительно лучше... Да, телефон набрать. У меня теперь есть. Витек все, мне дал, и этой Машин есть телефон. Поняла. Все, поняла, поехали. Хорошо, поехали. Давайте. Это 40 лет прошло и узнал, да? Значит, не совсем люди меняются уже, что-то ну, остается. Очень. Так, это, так, что там у нас? Чисто. Так, поехали к Витьку, да, заедем? Да, отдадим. Фотки отдадим. И опять же тут на первом фоне. Да. Тут далековато. Он самый красивый. А вот тут он идет. Сам глядите, улыбается. Иди. Ой, как шагают. Стоит Вася, когда одно из вяло, когда это. Стоит букетом. Ух, это моя, это старуха. Старуха. Сейчас приедет. А это зверь лезет. Зверь лезет. А это кто сидит? А кто это? О, бабуля это сидит. Петровна. А это кто-то это наш? Велика, это уже в конце это. Заводит в школу. Девка. Десятиклассник. Я понял. Ты меня уже ждешь, да? Даже не лаешь, молчишь. Ты мой хороший. Да, ты мой хороший. Вот этой девочки нет, она на охоте была с Витькой. Тихо, 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 тихо. Достанешь? Не достанешь. Нет, подожди, другую дам. Ну, сейчас дам, сейчас дам. Дам, дам. Так вот, она была с Витькой на охоте, потом она домой приходит сама. Так что пока ее нет.
Да-да-да, гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите, да-да-да. Давай тебе через верх. Опа, опа, вот это костомаха. Ну с ней ты долго будешь работать. Сейчас дам помягче, а эту на потом оставлю. Да-да-да. На, на, вот эти помягче ешь пока. Сейчас курица заберет. Брось ту кость, потом догрызешь. Это тоже большая, тебе не влезет. Не влезет, дорогой. Попробовать сюда. Опа. О, как раз по твоим зубам. Вот. А лайки дадим помягче что-нибудь. Че моя лайчка, на тебе помягче, на тебе помягче. Вот так вот. И тебе на помягче тоже. На, 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 бери помягче. Вот так вот. Так, лайчке дадим тоже зубки поточить. И потверже одну дадим. Опа. Вот так вот. Че такой? Барбосяка ты. Ты барбосяка барбосякная. Да. Ты уже меня дружишь? Меня дружишь. Со мной дружишь, меня любишь, да? Выплюни вот ту. Ту выплюни. Вот ту, ту выплюни. Возьми эту. Я с тебя не могу. Смешной ты какой морд. Морг смешной. Собака-улыбака. Когда так делает, получается собака-улыбака, да? Да? Давай тебе вот это еще мягенькое. Мягенькое. Подбери. Подбери. Все, куры, вам ничего не будет. Вам ничего не будет. Все. Му. Это у кого теленок? У Клавы там вроде бы с другой стороны мукал. Все. Все. Все, пожалуйста. Все, я приду еще. Будут кости, я приду. Пока. А, нет, все-таки там мукает. Толика. Уходила кормить, не было Клавы. Выхожу, Клава есть. Хотя бы он туда вот стал. Ой, да ничего страшного, господи. Дитё при чем? Ну. При чем, дитё? И вот память теперь останется, Клав. Да он везде выглядывал, на скалы родителей, бабушку. Вот это красиво с букетом, да? Глазки опустили. Глаза как у бурята, да? Глаза усталые. Идите пока. Вот, вот, ничего себе. Тузик. Вот это ни хера себе пасть. Да это же ваша собака. Ой, тут-то я сижу какая. Ивуня, да вы песни поете. И этот. И он подпевает. Стол накрыт, подумают, там харчей полностью. А что, у нас стол хороший был. Ну, уха какая была. Шикарная.